Многодетные матери впервые смогут воспользоваться пенсионными льготами в 2021 году. Женщины, которые воспитывают троих или четверых детей, согласно инициативе президента, выйдут на пенсию на 3 или 4 года раньше общего пенсионного возраста. Первыми льготами смогут воспользоваться женщины 65 и 66 годов рождения. Предложение о смягчении пенсионной реформы президент озвучил в телеобращении. По действующему законодательству матери пятерых и более детей смогут выйти на пенсию в 50 лет при условии, что общий трудовой стаж превышает 15 лет. Для этих женщин ничего не изменится.